Сколько несчастных случаев произошло на реках и озерах Самарской области этим летом? Идет увеличение, к сожалению. Погибло 33 человека, в прошлом году было 27. По каким причинам происходят аварии с участием малого водного транспорта? Как раз в тот момент, что вода и на реке, допустим, широко, а нет, как на дороге, разграничения, там, встречные, какие-то знаки, линии. Это расслабляет некоторых судоводителей. О чем необходимо помнить при управлении маломерным судном? Машину можно поставить на ручник, она будет стоять. Лодку, даже если вы привяжете к понтону, да, к месту базирования, никогда не будет на подвижном состоянии. У нее всегда будет ходить волна, ветер. Разъясняет начальник Центра государственной инспекции маломерных судов Главного управления МЧС России по Самарской области Александр Старов. Смотрите программу «Город С» 19 июля в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».